Семена настурции низкорослой розовая вишня, тропиолум розовая вишня, обладают высокой всхожестью, быстро дают ростки. Высевают в мае непосредственно в грунт. Неприхотливое растение не переносит жару, поэтому выбирать лучше полутень. Почва должна быть влажной, в меру плодородной. Высота куста не более 30 см. Красивые глянцевые листочки в форме зонтика. Цветы распускаются в июне, завершается процесс в октябре с наступлением холодов. Бутоны насыщенного розового окраса с нежными лепестками, приятным ароматом. Растения используют для декорации балконов, беседок, террас, вазонов. Настурция низкорослая розовая вишня – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Настурция прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания настурции прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает настурция низкорослая розовая вишня в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.